дома слышишь забор с той стороны дома, он обнесет и этот забор. Это жители исторического центра Караганды. Несмотря на сильный дождь, люди вышли на улицу, чтобы в очередной раз привлечь внимание к своей проблеме. По их словам, уже больше полугода они не могут добиться прекращения строительства в их дворе центра по развитию бизнеса. Люди недоумевают, кто вообще мог дать застройщикам разрешение на возведение этого здания. В местном акимате тем временем признают, что продажа земельного участка в 2004 году была незаконной. Сейчас чиновники ищут выход из ситуации. С подробностями из Караганды Руслан Идрисов. Вы посмотрите, он вокруг вот так. Мы во-первых, домой ходить, нам надо вот такие круги нарезать. Жители исторического центра Караганды показывают журналистам, как территорию их двора буквально оккупировали строители. В нескольких метрах от жилых домов возводят центр по развитию бизнеса. Мы так устали, что и морально, и физически устали. Бесполезно спорить. Им запрещают, они все равно через неделю начинают строить. Раньше, говорят, здесь был сквер и детская площадка. Сейчас это все, что от них осталось. Конструкции разобрали, деревья срубили, вспоминают люди. Мы выиграли 3 суда. Дошли до кассации. 15 мая проходит заседание, на которое нас не приглашают. И на этом заседании решается вопрос о продолжении стройки. Жители дома недоумевают, кто подписал разрешение на строительство здания в жилом дворе. Хотелось бы знать, чья первая подпись стоит на разрешении на продажу этого участка. И этого человека, который подписал, привести сюда и показать, какой участок он продал. В местном акимате не отрицают, строительство здания во дворе жилого дома противоречит закону. Разрешение, по словам чиновников, было выдано в 2004 году. Сегодня найти виновных и привлечь их к ответственности, говорят, невозможно. Эскизный проект на указанное строительство признан недействительным. Вместе с этим мы провели беседу с собственником данного участка, в ходе которой мы предложили взамен равнозначный участок согласно градодокументации. Если мы с собственником достигнем соглашения о предоставлении взамен равнозначного участка, соответственно, будут проведены работы по рекультивации, по вывозу строительных материалов на новое место. Конкретных сроков в акимате не называют, но говорят, что рассматривается вопрос о возмещении материального ущерба застройщику. Уже в ближайшее время чиновники обещают публично сообщить об окончательном разрешении конфликта. Руслан Идрисов, Еркиулан Тойболдин, 7 канал, Караганда.